2017 год – это год экологии. Поэтому мне сейчас хотелось бы обратить большое внимание на администрацию на проблемы нашего города. Планета Земля – наш общий дом, и каждый житель этой земли должен заботиться и беречь все богатства и ценности. Мы родились и живем в красивом городе Липки. Он у нас маленький, и парк – это единственное место для отдыха. А хороший парк является неотъемлемой частью отдыха человека, одна из основных задач которого – создание достойного уровня жизни людей. На территории парка когда-то был замечательный пруд, в котором водилась рыба, плавали утки. Наши бабушки и дедушки отдыхали и любовались его красотами. Но сейчас в муниципальном городе Липке Киреевского района одна из важнейших проблем – это засорение пруда в городском парке. Превратилось в данный момент в болото. Водоемы, в частности пруды, представляют собой сложную экологическую систему, которая создавалась в течение недолгого времени. Парк предназначен для отдыха жителей нашего города, а данный пруд является его неотъемлемой частью. Для улучшения качества жизни жителей города нужно провести работы по очищению пруда. Проблема актуальна. Ее решение необходимо для поддержания и сохранения жизнеобеспечения жильцов нашего города. Ну и, конечно же, территория вокруг пруда. Люди необдуманно эксплуатируют природу, а иногда даже не задумываются над своими поступками. Так тяжело видеть, как в любимом парке свалки увеличиваются в размерах, и отдыхающие люди убирают после себя мусор. Очень хочется, чтобы администрация нашего города наконец-то обратила внимание на эту проблему и занялась оборудованием зоны отдыха в нашем парке. Для начала нужно провести работы по очищению территории вокруг пруда. Управляющим компаниям изготовить лавки и урны около них. Ну и, конечно же, очистить пруд, заполнить его чистой водой и запустить туда рыб. Как было бы хорошо, если бы в черте города, на территории парка, был чистый пруд, пляж, лавочки, кабинки для переодевания. Ну и, конечно же, урны для мусора. Нужно, в конце концов, понять, что человек – это частичка большой матери природы, которую не следует покорять, а жить с ней в гармонии. Заботиться о земле, в общем, заключается смысл патриотизма. Вот так, давайте сделаем наш городок чуточку лучше и поможем нашей красавице земле. Чтобы защитить нашу землю от гибели, каждый должен начать с себя. Я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые.